Профессиональная печать на спортивную экипировку «Спортпринт-М». Команда «Калам» сыграли с ним против LA, Копа Америки. Проиграли 1-0, к сожалению. А Максим Михайлов добился своего. Поздравляю, первый победу над «Коламбусом». Вот. Игра была, я даже не скажу, что равная, наверное, играли получше. Имели кучу моментов, не реализовали. Где-то оборона неплохо играла, накрывали много мячей. Где-то голкипер, где-то каркас спасал соперника.
В любом случае, остался у нас шанс выйти из группы. Будем в третьем матче выиграть. Всем спасибо за игру. Итак, наконец-то мы сняли долгое проклятие Коламбуса. Выиграли 1-0. В принципе, выиграли по делу. Вот, я считаю, то, что примерно такая игра может быть на 2-1. А в конце нас поддавили, но мы выдержали. Вот, и мы вышли из группы, это очень приятно. Скорее всего, с первого места. Остался матч с Сан-Паулу, для нас он тоже будет принципиальный. Надеюсь, набрать максимальное количество очков. Вот, и надеюсь... Макс, Никита, хороший, ну, все. Никит, скажи что-нибудь напоследок. Что тут сказать? Ну, мирно! Хорошо, что последний матч мы выиграли. Да, приятно, при том, что это был Коламбус. Ну, я желаю ребятам удачи в дальнейшем. Да, Никите мы желаем хорошей службы в Беларуси. Все, давай сфоткаемся. Вива ла Галакси. Всем привет! Меня зовут Максим Симонов, и у меня для вас важная информация. Приходите к нам в Современный медиа-институт в самом центре Москвы. Мы из вас сделаем профессиональных спортивных комментаторов. И вы будете вести нашу программу. До скорой встречи, друзья!